конечно, чувствуется, что новый стадион, больше болельщиков, какой-то костяк команды остался, какой-то поменялся. Но все равно ребят все знают, со всеми приятно, и взаимопонимание быстро нашло. Я следил, смотрел в интернете, игры просматривал, когда, ну, конечно, текстовое больше. Спрашивал ребят, когда играют, наездили на игры. Старался следить, общался, узнавал, рассказывал полностью. Или когда приезжал на несколько игр. Самое сложное, я думаю, считаю всегда начинать чемпионат. Это первый матч, а потом уже привыкаешь, больше притираешься к команде и привыкаешь к чемпионату, пиши. Выходил на связь, на него стартовать только что в Лиге чемпионов. Сыграли первый 0-0 с андорской командой. Ну, сказали, будут выигрывать и походить дальше. Ну, можно сказать, первая игра с чемпионом Беларуси в высшей лиге. Можно сказать, что это положительный результат для нашего команды. Я же не топ звезда какого-то уровня. Спокойный игрок, на районе ребята узнают. Ну, больше друзья, знакомые. Фанаты Динамо Минска, ребята. Я надеюсь, что придут. Все-таки это лидер чемпионата, и на них всегда надо настраиваться. Это хороший раздражитель, как КПТ. И хочется все-таки взять реванш за первый круг. Я считаю, что у нас все одно целое, и как тренер поставит, как скажет, команда если выполняет, все, значит все хорошо. То есть здесь клуб, когда работает, тогда работает. И все выйдет. То есть пока мы вместе, мы не победим.